И вот мы все говорили об общественном контроле, мы сказали, приняли закон, сказали, проверяйте. И все, всем уже ничего не надо, знаете, вот. Уже не надо проверять, организовываться там и так далее. Это нехорошо. Мы принимали закон об общественном контроле не для того, чтобы популистически рассказать, что мы достигли общественного контроля, а чтобы реально он был. Я реально заинтересован, как президент, правительство заинтересовано, Верховный Совет в организации механизма общественного контроля. Сами общественники, к сожалению, это сделать как-то уже, наверное, не хотят. Как ни странно. Как ни странно, да, уже не хотят. Надо все-таки им помочь, чтобы они пришли и нас проверяли. Вот понимаете, как вопрос стоит. Им помочь, чтобы они нас проверяли. Я только в этом заинтересован. Как помочь? Через общественную палату, через наш форум народный. Пожалуйста, выработайте механизм. Соберите совещание. Обозначьте этот механизм. Кто туда должен входить?